Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Здесь я делал антенну узконаправленную с большим коэффициентом усиления для интернета. Вот, это обычный брусок, там, наверное, 2 на 2 сантиметра. И вот такие полоски. Вот эти вот пластинки я нарезал... Нарезал и их крепил на саморезом. Правда, уже эта палка как бы подсохла, и уже они как бы, вот эти пластинки, они как болтаются. Поэтому их надо крепить обязательно на два самореза, чтобы они как бы не болтались. А палка, это длиной где-то с метр, наверное. Вот таких этих директоров, вот эти стальные вот эти полоски из кровельного железа, их здесь я посчитаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Их 14 штук. Коэффициент усиления где-то около 14 дБи или децибел, как там, кому как нравится. Так, плата. Вот это вот у нас, вот это петлевой вибратор, вот у нас здесь на нем плат согласования, тоже рассчитал, такая она здесь примерно 1,5 на 1,5 сантиметра, из стеклотекстолита, буквы П сделал, и в середине точечка такая, сюда мы припаем центральную оплетку или жилку, а с другой стороны подпаем центральную жилку, вот, оплетку или экран этого кабеля вот сюда, в серединку. Вот. Сзади вот это называется рефлектор. Вот. Вот здесь вот так вот. Вот здесь как бы палка уже высохла. Раньше они туго там стояли, не двигались. А сейчас подсохло. Вот. Я пробовал, нормальный коэффициент усиления большой. Ну, так как у нас кабельный это интернет, поэтому как бы антенна такая как бы не нужна. Это нужно для деревни, где проводной, не проводной интернет, а такой воздушный. Поэтому такие вот антенны можно изготавливать самому. То есть это метровая палка. Естественно, вот эти директора, они, размеры у них разные, то есть вроде на вид-то они одинаковые, а у них размер немножко отличается. И расстояние между ними тоже я рассчитывал по формуле. Вот. И петлевой вибратор, вот он самый, вот тоже такая пластинка, примерно 1,5 сантиметра. Вот. Я тоже рассчитывал. Так, углы загибал, тоже самое, видите, он немножко болтается, того, что была туго, высохла палка, и, естественно, она стала уже. Это надо пустить ее в воду, тогда это все разбухнет, и, естественно, антенна, вот эти полоски, они будут жестко стоять. Они прям жестко стояли, вот, а сейчас они рассохли, как бы уже не пользуюсь, где-то года два-то точно не пользуюсь. Вот, а раньше как бы ставил ее там, устанавливал, вот. Ее можно просто в лежачем положении направляете на сторону передающего станции, где примерно вы знаете, где находится эта вышка, которая передает сигнал этого интернета, в ту сторону направляете и ловят. То есть поворачиваем в ту или в другую сторону, добиваемся большого результата сигнала. Там можно просто по делениям, там бывает деление, там 5 делений. То есть если 5 делений, вот эта антенна ловит, это значит, она отличная. Если 4, более-менее нормальная. Вот. Но обычно, если прям как-то покупал интернет от Билайна, вообще ни хрена не ловит в нашей деревне. Там одно деление, и все срывается, вот. А эта антенна как раз
если ее как бы направить, и она бы это лучше работала. Почему я говорю лучше бы? Потому что я купил интернет. Сначала у меня был от Теле2 где-то лет года 3 или 4, но он очень медленный. Там если ролик на 10 минут, его надо грузить несколько часов, то есть передача данных была маленькая. То есть ставлю ролик, ложусь спать, проснулся, загрузился, блин. Вот такая там ситуация. Потом мне посоветовали перейти на Мегафон. Ну, на Мегафоне ролик грузишь там на 15 минут, пока все заполняешь там, как положено. Смотрю, ролик все загрузился. То есть моментально как бы передача данных идет хорошая. Хотя и в Теле2 была эта самая безлимитка и медленно работал интернет. А вот Билайна то совсем не ловила ничего. А Мегафоне, вот я уже на Мегафоне года, наверное, года 4, наверное, уже это на нем. Точно. Ну, где-то 5 лет, мне кажется. Я на этом Мегафоне уже 5 лет, 5 лет, да. Вот. Но я тоже на Мегафоне пробовал эту самую ловить эти антенны. Вот, и на Мегафоне отлично, блин. Даже сейчас даже такая антенна и не нужна, в принципе. Просто внешний модем ставим, и все хорошо ловится, блин. Никакого этого не нужно. Никакой антенны не нужно. Просто модем подвешиваем в сторону этого, ну, передающей станции. Ну, правда, 4 деления ловит на обычный модем без антенны. А если на такую антенну, было бы все 5 делений. Вот такая палка. Вот она. У нас плата. Такая вот. Это пластинка такая. Вот так вот она смотрится. То есть вот это идет направление. Видите, оно немножко сдвигается. Вот она, видите, палка просто подсохла. И вот эти полоски называются директора. Их надо, конечно, крепить на два саморезца. Можно было из трубок делать, но у меня просто я трубок не нашел так, чтобы кругленькие трубки медные надо было или алюминиевые. Я просто их не нашел. Решил я сделать такое из плоского железа, из кровельного железа оцинкованного. Вот такая антенка для интернета. Рассчитывал по формуле, там у меня есть формула из немецкой книги. Немцы еще какой-то инженер рассчитал антенну, рассчитал формулу, и по этой формуле можно точно определить, рассчитать любой размер антенны. Нужна только частоты, это на которых работает антенны. То есть там определенная цифра берется, делится на эту частоту, получаем коэффициент, потом этот коэффициент умножаем на 30, получаем половину волны, потом еще делим пополам, чтобы антенну рассчитать на четверть волны. То есть такая мудреная формула. Вот, все антенны я рассчитываю по ней. Хотя в интернете там есть специальная, по-моему, какая-то, ну, не знаю, как это, какая-то фигня, там просто ставишь там свою эту частоту, пишешь, и они тебе выдают размер такой антенны. То есть уже в интернете есть. Ну, я как бы не в интернете, а это, ну, эти. Вот такая антенка, вот этот брусок 2 на 2 сантиметра. Такая у меня где-то, я нашел такой брусок. А, я ее хотел даже использовать для ножки. Можно от ножки этого
табуретки делать, если там где-то нашли на мусорнике старую табуретку, она тоже примерно такого. Можно где-то просто кого-то попросить, чтобы распилили доску какую-нибудь толстую, там, тридцатку, блин, или двадцатку, сделать такой брусочек. Вот, ну ладно, спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода», ставим лайки, жмите на колокольчик, кто выйдет такую антенну, могу рассчитать на вашу частоту. Это, по-моему, на 900 там мегагерц я, по-моему, рассчитывал, или на 1800. Ну, в общем, на какую частоту я рассчитывал. Или на... Ну, на какую частоту я рассчитывал, уже не помню, честно говоря. Это антенну я делал, ну, где-то, наверное, лет, наверное... Ой, лет 5, не может, 6 назад. Вот решил показать, думаю, лежит, думаю, надо что снимать. Думаю, покажу вот эту антенну. Хотя до этого я делал антенну, у нас как-то было, помню, давно, ТВ-3, что ли, там такое было раньше. Вот, а у нас плохо она ловила, приходилось антенну делать такую внешнюю, так, кое-как ловила. Потом уже смотрю, в этот пакет внесли этот ТВ-3, и антенну я снял. Вот, покажу вам антенну попозже, тоже я изготавливал для цифрового телевидения на половину волны, тоже хорошо ловит. Вот, тоже из кровельного железа в палке. Она как раз у меня на балконе лежит. Вот, я могу показать ее. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.